Новогодние гуляния в совхозе продолжаются. 3 января 2022 года на территории прудов состоялся праздник. Друзья, поддерживаем аплодисментами! Театрализованное представление под названием «Новый год под тремя замками» подготовили юные артисты вместе со своими педагогами. Как обычно, в сказках добро боролось со злом. В качестве темных сил выступали Кощей, Баба-Яга, Кот Матвей и три разбойницы. Коллеги, коллеги, злодеи! Коварные злодеи решили украсть у детей Новый год и заперли тремя замками Деда Мороза. Мысль неплохая, но не актуальна. Я решил лишить планету Нового года! А ну-ка, отгадайте, от чего у меня ключ? Да это ключ от одного из замков, которыми закрыт Дед Мороз! Добыть три ключа и спасти Деда Мороза из плена вызвался сказочный персонаж Лесовичок. Здравствуйте, ребята! Я Лесовичок! А вас как зовут? Лесовичок. Давайте все вместе, 3-4. Лесовичок! Странно! Дедушки Мороза я не встретил! Да и гости, как я вижу, куда-то подевались! Тогда давайте найдем все три ключа и спасем Дедушку Мороза и Снегурочку! Подмогу себе он взял смелых детишек, пришедших на праздник. А как вы со мной? С Кощеем-то справитесь? А вот ты, ребят, быстрее подберись и посмотрим, где возьмет. Кто выше всех их будет кидать, тот и пойдет в команду, которая сразится со мной, с Кощеем. Поехали! Ребята добывали ключи, перетягивая канат, выполняя задания и отгадывая загадки. Но ничего, ничего. Сейчас мы их вирусом одолеем. Каким таким вирусом? Мировым, страшным и ужасным. Молодое хорошо, но распашечку душа. Кажись, кости ломит. Заболели. Заболели. В итоге добро победило. Деда Мороза удалось освободить. Новый год наступил. Всем пришедшим на праздник детям вручили подарки от ЗАО «Совхоз имени Ленина». Не спешите, не спешите. Хватайтесь друг за друга. С этой стороны не заходим, только туда, за Дед Мороз. Подарков приготовили. Все на ту сторону идем. Подарков от ЗАО. Все туда. Много. ЗАО приготовило в районе 500 подарков. С Новым годом вас, детишки! С Новым годом! С новым счастьем! Слушайтесь, родители, будьте активными, здоровыми и веселыми. С Новым годом! Главное, для детишек праздник сделали. Пусть холодно, пусть тяжело, но сделали. Все радуются. Новый год все-таки, всех с Новым годом! Ура! Счастливые родители и дети делились друг с другом улыбками и впечатлениями. Отлично, как всегда, совхоз имени Ленина. Потрясающее представление, нам очень нравится, вот стоим, болтаем. Вот, здорово. Спасибо огромное, всех с Новым годом. Живя в совхозе имени Ленина, какое может быть настроение? Только самое наилучшее. У нас, в принципе, в совхозе настроение всегда хорошее, а на празднике еще лучше. Спасибо большое за праздник, за чудесную дружескую атмосферу, за теплое такое прием, гостеприимство, за праздничные концерты, за настроение ежедневное, потому что праздники будут и завтра, и послезавтра на катке мероприятия. Спасибо большое, совхоз имени Ленина и Павлу Николаевичу. Так что давайте ключ!
особенно хулиганы. И бандиты с котом в голове. Ну, клево. Хорошо, очень. Вы нам айфон? Весело. А мы и дети сверху сидят, замечательно. Точно. И я хозяина на ТикТоке погремлю. И мы. Хорошо, что есть такие праздники для детишек. Спасибо огромное. Елка шикарная. Сейчас везде с QR-кодами нигде не пройти, а в совхозе дети праздник всегда. Праздник понравился. Самое что все довольны, счастливы. Тебе понравился праздник? Да? Дорогие друзья, если кто-то видит розовую перчаточку, верните малышу, замерзает. Нужно спасти его быстро, да? Улыбается нам уже в ответ. Найдите перчатку, вам тоже улыбнуться. Маленькая розовая перчаточка, маленькая. Только что прям потеряли. Если кто-то под ногами у себя видит, подойдите к нам сюда на крыльцо, верните перчатку малышу, замерзает бедняжка. Скоро улыбка покинет его лицо. Есть, отлично, нашлась перчатка, доброе дело сделано. Клёв. Спасибо большое за вас, сидеть счастливо, спасибо. Каждый год его хорошо проводится. Раньше около ДК проводился елка, а сейчас вот здесь. Так что рады, что здесь еще все в традициях. Как бы. Дорогие жители, сегодня уже 3 января. Я от всей души поздравляю вас с наступившим Новым годом, с наступающим Рождеством Христовым. Мне хочется пожелать вам всего самого наилучшего, чтобы вот то, как проходят сейчас праздничные дни, так и прошел весь Новый год. Чтобы ваши души были наполнены радостью, чтобы у нас хватало время на детей, на внуков, чтобы мы могли уделять им больше времени, чтобы они вас радовали своими успехами, чтобы... Вообще все в жизни получилось так, как хотелось бы. С праздником! Наш канал ТВ Совхоз присоединяется ко всем поздравлениям и рассчитывает на вашу активность в комментариях к этому видео. До скорого!